Вот еще один замечательный день. Мы стоим, собираем подписи. Здравствуйте. А можете объяснить, почему вы до сих пор собираете подписи и против кого? Ну, мы собираем против Навального. Вот, он же у нас метил в мэрию. Вот. Но не прошел. Мы добились своего. Да, добились своего. Его не выбрал народ, значит, чувствует, что он нам не нужен. Вот. Теперь мы стараемся, чтобы Каспарова тоже не допустить до власти. И запретить, чтобы он лез в правительство. И командовал там за границей, что имеет. Доступ да за границей. Имеет. Зачем он нам нужен? Да он нам. А, я так понимаю, Каспаров, Навальный, это все одна банда. Митрохин. Митрохин, в Думе он до сих пор. Его давно выгнать нужно из Думы. А вот у них по два гражданства, да, и, да. Соответственно, у Каспарова тоже. А почему он тогда принимает участие в какой-либо деятельности у нас в России? Как вы думаете? Думаю так, что нету власти. Можно немножечко строже с ними быть. Где-то одно гражданство если, должно да. быть. Или в России, или за границей. Или за границей, да. А про Навального хотите что-нибудь добавить? Он же сидит, по-моему, сейчас, нет? Да, и он нет, дома. Его выпустили? Выпустили. Если он участвовал. Ну, и что, а народ его не поддержал. 30% он дома. Хорошо, а еще один такой вопрос. Сейчас прошел слух в интернете, что вас якобы поддерживает администрация. Это вообще правда? Нет, это не правда. Вот это было бы немножко хорошо, если бы поддерживали. Но мы сами здесь. Нас никто не поддерживает. То есть вы вообще никого из администрации не видели? Нет. Не видели, не слышим и не знаем. Никто нас не поддерживает. Спасибо.